И все привет, друзья! Вы на канале Игров. Я еще хотел, чтобы ты подписался на мой канал, если не подписаны. Поставьте лайк, колокольчик и написать комментарий. Приятного просмотра. Ребята, это последний ролик про Дискорд. Это последний ролик. И на это наберет 250 просмотров. Я уверен точно. Ну, досмотреть до конца, ничего не перематывая, внимательно смотрите, что здесь будет происходить. Мы проиграли в войне с пушистиком Live Oak. Также происходили некоторые события после поражения войны. Из-за того, что команда игров была ослаблена с прошлыми другими, ну, войны с хейтерами, из-за чего команда была ослаблена, не способна была сражаться с остальными. Много раз сражалась с остальными и не давалось отдохнуть. Из-за чего пришлось подписчикам сделать кое-что сильное и серьезное. Но победить ее не удалось. Так что мы провалили войну, и теперь распад команды может состоиться 16 мая. Я могу нажать на зеленую кнопку «Распад», на красную кнопку, чтобы не распалась. Но я на зеленую кнопку могу нажать, и все. И пока мой друг Саша Бро уходит из команды, и остальные, блин, из-за поражений с этой Ху и Лой. Чтобы вы понимали, запомните это слово, насколько оно вообще ненормальное. Что я хотел сказать? Вот я вначале говорил, что это последнее видео. Мне есть кое-что другое снимать. Ну, вы это уже слышали. Теперь другое поговорим. Появилась такая новость. У автора канала Пушистик Лайф Ок умер питомец главный. И это Тоша. Это очень хорошо, так как мне что-то не нравилось. Она такая положительно ведет себя и делает, выдумывает, что Тоша это главный питомец, вот, все это вот. Потом еще говорится, что у нее был главный питомец. Вы сейчас это увидите. Пишет телеканал Граф, вот, сегодня команда Граф проигрывала, и состоится распад. Ты уходишь с Ютуба? Нет. Создай тогда новую команду. Я не буду продолжать снимать, но формат про Дискорд не будет. Нет, не могу. Можешь? Я могу создать свою команду. Не надо. Сегодня Пушистик Лайф Ок выпустила видео. Тоша умер. Ему 4 года было. Умер из-за болезни, волнистый попугай. Тоша, голубой он такой. Нет. Ты радуешься, да? Не надо радоваться, когда кто-то умирает. Ну, я с этим согласен. Он тоже согласен. Потому что я по прошлом ролике делал реакцию. И вот так она специально делает, чтобы питомец Тоша играла главную роль. Вот это волнистый попугай, который шумит вот так вот. И как ей вообще не мешает делать ролик вообще? Пишет, да? Ты выпускаешь, у нее есть волнистый попугай. Это Яна. Вот новое видео Пушистика. Тоша умер. Плохие новости. 548 подписчиков. Ах ты засранка! Она выпустила шортс. Тысяч? Сколько набрало просмотр? Это Яна, новый попугай вроде бы. Умер Тоша 5 апреля. Ну почему здесь май? Сейчас же не май, а апрель. Может, она перепутала? У нее был первый питомец, это Тоша. Из-за него она начала вести канал с 548 подписчиков. Именно из-за него я начала вести этот канал. Понятно. Возможно, она перепутала. У нее есть Яна, Ева... Люблефар, это ящерица. Я не знаю, покинет ли она или нет. Наверное, не покинет. Посмотрим, что будет дальше. Команда Ерафа. 915 подписчиков где-то. Пушистик, это мальчик или девочка?
Автор этого канала Пушистик — это девушка, женский голос у нее. То есть правильно, правильно говорить она, да. Ну ладно, мне пора. Удачи, граб, удачи. Я немного ошибся просто, пока. Пушистика появилось это как сообщество только с 1000 подписчиками. Так, это мы другое говорим, на это не надо. Можете нажать на паузу и посмотреть внимательно о поражении там и так далее вот. Потом пишет телеканал Граф: «Всем привет, в 2021 году у меня попало видео рекомендации на Ютубе. Видео называется «Очень злой попугай», сейчас решил пересмотреть. Вот видео. Но желтый попугай наполовину без перья, а голубой волнистый попугай все нормально. Видео дергал клетку и пугал». Что у нас? Потом дальше говорится, что это самое первое видео Пушистика Лайфлог. Бедный попугайчик. Лысый попугай. Ха-ха-ха. Ну злой. Каких мешочка, блин. Ты придурок. Что совсем зажарить? Он живой. И он из-за этого страдает. Он испытывает адские муки и боли. Может зажарить его? Чел радуется. Вот, посмотрите. Пушистика захейтили, как я вижу по комментариям. Пушистика уже начали хейтить. Которые писали, может его пожарить или что-то в мешочках, там пух. Или это другой канал Пушистика. Как на канал называется? Там выложено... там канал 2000 подписчиков где-то давно выложено. Это же попугайчики. А это, наверное, первое видео Пушистика, но поделилось с другим человеком. Понятно. Наверное, она издевалась и мучает нас желтым попугаем, перья выпадали и пугала голубого попугая. Он другой, если что, раньше Пушистик был живодеркой. Походу, мой этот из команды Юрафа, он прав, реально он прав. Он нашел это доказательство, он смог доказать. Правильно, я ее правильно называю. Она реально плохая, реально вот плохая. Если Саша Бро и Чуна-Чуна 2.0 смотрят это видео, то вот вы это услышаете и отреагируете. Это мог дурачок поиздеваться там. Вот, это я, если что, сделал флаг для команды Евграфа. Вот такой флаг, звезда, синий там и еще что-то. В общем, я крутое сделал. Также мой начал доказывать, я хотел сказать... Ребят, послушайте меня, Саша Бро и кто из команды Евграфа. Вот сейчас вы это услышите. Я хотел сказать войне команда Евграф с Пушистиком. Усилия юридические были ослаблены силой команды Евграфа из-за войны с другими хейтерами, из-за чего были ослаблены к третьей войне с Пушистиком. Вот это может привести к агрессу команды, как в случае войны по подписчикам. Было поврежденным сообществом, или как иначе Пушистик Лайф. Ок, можно было договориться с ней, о, и это можно было избежать. Потом я пишу, что я ошибся. Потом сегодня пишет, нам удалось связаться с каналом, который не выпускает. Звали Тоня. Кого звали? Тоня, а зовут Рини. Ёкарный бабай. Пушистик Лайф, ок, живодёрка была. Она реально живодёркой была. Она пожарила и сожрала двоих птичков. Я прав, она дура вообще. Я прав. И он мог доказать. Молодец, он смог доказать. А Тоня умер от судороги и выкинула его в мусор. Понятно, вот. Не знаю, но человек там вот... потом этот говорит, вот канал называется. Они поменялись друг друга из-за того, что она дергала клетку. Вот смотрите, попугайчики.
живодерка пялится на камеру вот этих бедных птенчиков. Что ты вообще творишь? Ты реально чудовище, я могу так сказать. Третьего, они ни черта мои ничего не делали. Телеканал Град 5.0 что-нибудь делал. Он мало делился с... Ну, после этого и начали все делиться. Он делился с этой информацией, добавлял хэштеги. А фанаты телеканала Рафа и Рафа, они молчали, но раньше, до этого войны, выпустили ролик. Да и Чака не высказывалась о третьем войне, ничего не говорила про это. А Богомолов тем временем начал мемы делать. Он мемы делал, крутые мемы у него получились о всех войнах. Что еще можно сказать? Телеканалы Графы. Ну, основной канал телеканал Граф хотя бы что-нибудь распространял информацию о войне третьем с пушистиком Лайфлок. А второй, третий канал, они молчали вообще. Только хэштеги добавили. В общем, вот так это было. А Саша Бро сделал на мой ролик реакцию, и все. Потом он говорил в своих роликах, он пытался с пушистиком Лайфлок связаться, но не получилось. Типа там сообщение, что там не доставлено, там что-то там было. Ну, в общем, все наверняка смотрели ролик. Ну, Саша Бро, в сервере команда Рафа. Вот сейчас это посмотрим. Смотрите, ребят, внимательно. Я от этого офигеть. Вот, я тоже буду ждать. Мы тебе поможем с третьего времени, потому что мы команда Рафа. Вон, сейчас посмотрю, есть ли там сообщение. Не то. Привет, ребят, я знаю, я смотрел твое видео. Так. Ну, в общем, то, что пок... Вот, ребят, вы, надеюсь, посмотрели. А черный-черный до точка ноль сосал это, все это происходящее. Он никак мне не пытался помочь, он ни черта не помогал. Другие тоже пытались помочь, но ни черта не помогло. Из-за чего подвели меня. И было поражение войны, можно так сказать. Юридически, можно так и сказать. Вот когда показывал все это, вы точно от этого офигели. Реально, Пушистик Лайф была живодеркой. Она скрывала от этого, но теперь мы раскрыли. Этот человек рассказал точно. Не мы же взяли и нафантазировали информацию. Вот этот чел. Вот, смотрите, вот этот человек. Про кошек снимает, он зачем-то в YouTube опубликовал. Пусть Пушистик Лайфлок подумает о себе голове. Теперь от этого Саша Бро отреагировал. Что вообще происходит? Так, а в сервере Саша Бро сообщал телеканал Граф. Вот он сообщил о новости. Потом, так, не то. Команды, команды, это понятно. Так, у него третий уровень, а у меня четвертый уровень, по крайней мере. И что еще? Так, это он номер один, что ли? Так, второй, а это десятый у нас. А я четвертый, да, получается. Да, я четвертый, а тот... Так, а сейчас сколько? Четвертый, пятый. А, ну, ясно тогда. А черный-черный вообще десятый. Я потихоньку пишу что-нибудь, и получается пройти. Вот. Сегодня мне писал Пушистик Лайфлок с угрозами. Евраф, ты проиграл в третьей войне. Твоя команда может распать быть. Умер Тоша, мне жалко очень. Но команда Евраф была ослабленная. Из-за чего проиграли. Ахахаха, Евраф там перечисляет она. Она назвала вот так.
Желаю, чтобы вы сдохли, как Тоша. Эй, не надо, я за то, что Тоша умер. Я очень рад. Пока, пока. Ну, плохими матами начали отвечать. Ну что, мне неприятно это слушать, как посылают меня куда-то там подальше. Ну вот смотрите, вот же. Могу я сейчас озвучить этого видео? Вот. Вот эта дурочка снимает видео. Вот ее раньше были два попугая. Ринни, Тоня звали. И она, наверное, вышипила Ринни перья и мучила его. А потом, в конце концов, сошла с ума, решила съесть его, пожарила и съела живого. Представляете, она вообще ненормальная. Ее надо вообще посылать. Саша, бро, посылай в ее маты. Понял? И все тоже должны это послать. Вот, и все. Просто так и получилось. Вот люди там не знали, что это ролик Пушистик Лайфхак. А мы в 2022 году смогли это доказать. Вместе с Телеграфом и Славой Гладкой. Слава Гладко теперь понимает, что это вообще такое произошло. И насколько вообще ненормально Пушистик Лайфхак. Вот запомните это теперь. Пушистик Лайфхак — это хуило. Надеюсь, все это запомнили. И если до конца ролик смотрите. Желаю, чтобы она умерла, перестала вести канал. И потом взломали ее канал. Также, ну это я просто угрожающе ей говорю. А команда Играфа топовая. Она вообще не топ. Она херню снимает контент. И также говорю, что Тоша болел болезнью. И она вообще, боже, тогда давала вреда, из-за чего умер в 4 года. То есть он родился где-то, я могу сказать, в 2018 году. В 2016 году было. Птичка родилась, потом умерла. Ну что, Пушистик Лайфхак, заменишь Яну Еву. Теперь мы будем радоваться. Так что сменяй-ка эту аватарку и ставь Еву. Так что, мой друг Саша Бро, придется это сделать. Нажать на зеленую кнопку, и оно распадется на 10 частей. После этого будет происходить, после разбат. Возможно, войны произойдут у нас в пространстве, еще что-то. Отказ дружбы или новые отношения с другими тут наладивать. Все такое, версии есть после распада команды. Ну, на этом все. Всем удачи, всем пока.